Да, командир. Занять оборону, приготовиться к атаке. Да, командир. Вижу мотоциклы. Похоже, нас засекли. Но сколько нас здесь, они вряд ли узнали. Всем к бою! Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Бронетранспортеры! Много пехоты! Слушаю, командир. Thank you.
Замечена группа танков противника! Прут прямо на нас, сволочи! Держимся, ребята! Стоим до последнего! Слушаю, командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Отлетался, сволочь. Сейчас!
А вот теперь нам придется совсем туго. Похоже, это их основные силы. Не отходить! Держать позиции! Артобстрел! Ложись, ребята! Yeah.
Немцы сейчас перегруппировываются для новой атаки. Все по окопам, живее! Держать направление! Они пошли в атаку! Они пошли в атаку!
Зарядить бронебойный! Противник по правому борту!
Виктор Смирнов, как и тысячи других советских солдат, погиб, защищая Москву. Но эта жертва была не напрасной. Хотя вскоре противник и перешел в наступление по всему фронту, сломив сопротивление Красной Армии, он не смог. Уже к 5 декабря